Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dead in Paradise. Так, откроем сундук, который у нас уже созрел. Так, на выбор. Хочу, конечно, получить... Так, вот сюда. Этот сундук. 400. Почему-то мне показалось, что именно там было 500. Заглянем на шахты. Так, топливо забрать можно? Нет, улучшить не получится. Заберем топливо. 3-4, да, у нас? Блин. Где вот эти вот брать слитки, чтобы прокачать мне свою станцию? Скажи-ка мне на милость, а? Ничего новенького нет у нас? Так, здесь пока все тихо. О. Твоя семья, наверное, попала в плен. Недавно черепа перевозили пленных. Я помогу тебе проверить, были ли они у них. Награда на карточка на... Оу. С удовольствием проеду. Друзья, с удовольствием, с превеликим. Я бы так сказал бы. Так, выбираем. Да, в принципе, ничего не надо. Служить нормал. Эх, машиночка моя. Давай, бомби, кроши их. Разверни ты свою пушку. Ехать-то ты будешь? Давай, накрашивай их. Есть. Давай. Минус. Воу. Газуй, родной. Так, горючий взяли. Пора ускориться. Так, ну в принципе все, ребят, вот расстояние, которое нам нужно проехать. На тебе. Меня здесь никто уже не удержит. Все, я проехал. Так, новая зацепка. Это хорошо, что новая зацепка. 75 монет зарабатываем. Итого у нас 149. 149 монет. 2770. Что тут у нас показывает? Можно что-то улучшить, тачку какую-то. Оу, огненный ангел. Две 500. Странно. Написано, что можно, но на самом деле не хватает. Почему же тогда так заливать-то, а? Это несправедливо, это обман. Так, а тут-то что такое? Костолом. Да блин, нет у меня огненного мотоцикла. Что вы все никак не поймете-то это? Сильные, но глупые. У меня ни одной зацепки, но есть идея. Да что ты будешь делать? Ни одной зацепки у нее. Так, карточка на истребитель у нас. Это меня радует, но улучшать-то мы ничего не будем, потому что мы его даже открыть еще не можем. Так, а ты-то кто такой? Зачистка территории. Разбойники подобрались очень близко к нашему лагерю. Похоже, что они что-то задумали. О, 10 горючки плюс 5 слитков золота. Грешно, ребята, упускать такое задание на самом-то деле. Погнали. Уничтожить врагов 20 штук. Вот такая у нас цель. Эй, что с машиной-то? Прикинь, я не могу ничего сделать. Вообще не могу. Ох, твою ж налево. Кто там, где там, кто, с чего? Покажись. Двоих сразу, прикинь. Давай, в мясо их. Сколько мы уже уничтожили? Так, еще 12 надо. Так, мне не нравится то, что у нас с броней беда. Еще 8. 7. Так, ракета есть? Ракет больше нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ну! Последнего уничтожаем. Есть, а теперь можно заезжать. Справились. Справились. Опа! Деталь двигателя. Ну вот, совсем другое дело. И умножаем награду. Слушай, ну вот это меня порадовало. То, что нам дали с тобой деталь для движка. То есть мы можем теперь прокачать нашу машину именно по двигателю. Так, открыть сундук. Через 1 час, да, будет разблокировано. Так, скоро-скоро мы до него доберемся. Значит, 4 голды. А ты-то что мне хочешь сказать? Уничтожьте, так, взрыватели 5 штук. Зачистить конвой. Зачистить конвой. Так, зайдем в гараж. Двигатель. О, да. Правда, будет час улучшаться, но ничего страшного, ребят. Скорость, ты видел? Какая прибавка будет к скорости? Опупенная. Ну что, давай посмотрим. Смерточерепа. Ну-ка, это на время, что ли, что? У нас двойное задание. На этот раз будем искать медтехнику для местного доктора. Но не могу не воспользоваться возможностью найти новые запчасти. Я с тобой согласен, бро. Давай поищем. Горючее тут очень быстро, ребят, тратится горючее. Его очень мало, и оно очень быстро тратится. Воу-воу-воу, тихо. Давай-давай, отлично. Финишировать вовремя. Так, ты что тут делаешь, хлыщ? Опа, нормально. Давай-давай, уничтожаем. Чуть горючее взяли. Блин, очень быстро теряем скорость. Очень быстро. Опа, ракета есть. Да что ж такое-то, упали. Но в любом случае мы уже с тобой практически на финише. Да, сделали. Миссия выполнена. Обычный сундучок. Обычный 75 монет. Так, единственное, что у нас с тобой горючего на одну буквально, ребята, гонку остается всего лишь. Двое зайца одним выстрелом при первой возможности, и доктор свяжется с тобой. Ох, ничего себе тут. Блин, кого лучше взять-то? Ну-ка, давай. Удалось только узнать, что тут жарко. Так, мы тратим с тобой 8 горючего, да? А 10 получаем. Так, опять уничтожить врагов 20 штук. То есть это какой-то наемник, ребят, который нам дает задание просто по уничтожению противников. Вот что я тебе могу сказать точно. Давай-давай-давай, кромсай. Ох, если бы у нас была прокачана пушка бы. Ох, как бы им не поздоровилось-то, а. Вернись ты. Ты посмотри, сколько их тут, а. А чего у вас так много-то? Так, со здоровьем беда, ребята. Все, пора ускоряться. Офигенно, я ускорился. А, во. Все, все, почти, почти на финише. Ну что, миссия выполнена. Вау, слушай, он дает офигенные, ребята, сундуки, я тебе скажу. Есть смысл за него выполнять задание. Во-первых, он дает горючку, и сундуки, сам ты видишь, какие шикарные. А что вот это у нас такое, я не помню.
Блин, лучшее время нет, не хочу. Слушай, он же должен был дать горючего, почему не дал? Награда, видишь? А, тут либо-либо, да? Вот оно что. Так, а мы можем как-то с тобой получить это горючее? 5 слитков. 100 слитков. То есть только за слитки. Других вариантов тут не рассматривается, да? $149, 790 рублей. Нет, других вариантов здесь не рассматривается. То есть за рекламу тут нету горючего. Кстати, это очень странно, что в этой игре нельзя за рекламу получить горючего. И оно очень быстро заканчивается у нас. А вот это что такое? А-а-а, есть. Так, друзья мои, 3 раза можно посмотреть рекламу, по 6 горючки тебе дают каждый раз. Я считаю, что это круто. То есть теперь мы можем с тобой проехать еще пару гонок. Так, ну что, где у нас там? А вот что ты предлагаешь? Ага, привет, меня зовут Оливия. Я разведал неподалеку вражескую базу, будь аккуратен. Если тебя обнаружат, то тебя убьют. Угони тачку и взорви базу. Это Оливия? Это вы хотите сказать, что это баба? Похоже на мужика какого-то и, знаешь, такого не первой свежести. Если честно. Проникни на вражескую базу и взорви ее, не привлекай внимания и ни с кем не таранься. Подожди, а что это у меня так мало здоровья-то? Чего? Для победы улучши броню? Это на самом деле фигня какая-то полная. Просто фигня полная. Так, поехали-ка мы с тобой погоняем. Просто погоняем. Так, ты опять за свое? Да как так-то? А как они вот так интересно катаются, ездят? Я не... Ты уж извини, но это бред. Ни с кем не таранься, это невозможно выполнить. Так, это мы закончили. Я могу взять другое задание? Могу. Ну-ка, вот этот кто такой? Привет, я Ахиллес. Когда-то я был инженером, а сейчас я заведующий ареной. Нет, арена мне не нужна. Твое мастерство стремительно растет, поэтому ты быстро сможешь разделить черепов, уничтожив несколько их пешек. А вот это вот совсем другое дело, ребята. Две детали. На движок. Хе. Погнали. Давай, 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 добиваем этого хлыщеныша. Так, у меня есть ракеты. Уничтожить 5 врагов. На. Нет, этой машине явно не хватает скорости. Ну где еще враг-то? Все, всех врагов побили. Вообще шикарно. Так, давай-ка буститься. Бустанулись, называется, да? Ракеты к бою. Какая же она тяжелая, а? Ну, бронированная, понятное дело. Все равно так медленно-медленно. Все, проехали. Отлично, быстро и метко. Ну, тут обычные сундуки дают. Ага. Так, сколько у нас горючки остается? 8, это буквально еще на одну гонку. Так, мои награды. Мне нравятся твои методы. Буду ждать следующей встречи. Ага, его больше нету. А что ты предложишь?
Так, бывшая крыса многое мне рассказала. Нам нужно улучшить защиту. Плюс один. Это что такое у нас? Это получается шахта, по ходу дела, да? Добывающая. Выжить во время погони. Выживать — это мой конек. Наверное. Так. Там круто взорвали. В тряпки. В лоскуты. Мне напоминает это чем-то игру, знаешь, когда Безумный Макс. Фига мы тут. Также постапокалиптическое время такое, знаешь, разруха полная, и только на таких машинах выживают люди. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, запрыгнул все-таки. Ну-ка, давай-ка этому. Ох ты, сколько вас тут. Самое главное здесь, естественно, горючее, чтобы оно не кончалось. Опа. Это еще кто? Фига тут что-то. Заварушки такие не кислые. Взяли, взяли, взяли. Главное, взяли, ребят. Есть. Выжили мы во время погони, так что все окей. Сундук обычный, к сожалению. Но зато 125 монет. 314. Замечательно. А вот горючка. Горючка, ребята, к сожалению, кончилась. Ну, можно опять смотреть, прикинь. И опять три раза, что ли? Ну-ка глянем. Да, друзья мои, еще три рекламы посмотрел за 6, как говорится, горючки. И тебе опять дали. Это круто. Забери свой первый доход с шахты. Воу. Друзья мои, теперь у меня есть шахты. Тут еще как-то можно золото открыть. Пройти уровень... А, 60-й, пройти 44-й. И детали будут даваться. Ха, прикинь, это круто. Так, ну-ка пойдем посмотрим. Мы нашли много чего. Но этого мне недостаточно. Скоро мне вновь потребуется твоя помощь. Окей. Так, что ты мне предложишь? Оу, мой план заключается в том, что лучшая защита — это нападение. У меня есть несколько приемов. Против чего? А, против черепов. Это точно, они точно что-то знают. Приемов. Я думал, что за приемов. Приемы, так и пишите. Грамотеи. Ну что, погнали. Уничтожить 12 врагов. Да ё-моё, ну опять. Разгоняйся давай. Отлично. Надо как-то скорость, наверное, прокачать этому транспорту. Далеко не убежишь, гаденыш. Давай, 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 кроши их. Турбо. Ай-яй-яй. В миско. Так, хилочка. Тяжко, тяжко машине подбираться, конечно. Да шваркни ты его. Так, ну что, врагов мы с тобой уничтожили нужное количество. А ракет больше нету. Все, проехали. Миссия выполнена. Так, 65 монет есть. А здесь сколько еще? 75. Опа, удвоение. Ну что, получили с тобой удвоенную награду. Так, у нас еще горючки с тобой есть.
Так, один из сопляков раскололся. 2-3 дня назад они отправляли партию пленных пироманьякам. О как. А ты-то кто? Переправка раненых. Наконец-то познакомился с тобой. Твое появление произвело большой ажиотаж. Мы продвигаемся быстрее к своей цели. Я знаю место для раненых, где они будут в большой безопасности. Знаешь ты место? Тогда показывай, где это место. Ого, это наша машина? Нет. А, это мы... Понял, понял, мы сопровождаем. Как в тот раз с водовозкой. Да на ты, хлыщ там, бомбит еще мне что-то. Иди куда подальше. Они бомбят именно, блин. Куда разогнались? Так, одна ракета. Горючки есть, и это хорошо. Тут тоже, да, чувак? Смотри, он там сзади стоит. Знаешь, что мне не нравится? Что у этой машины очень мало здоровья осталось, которую я сопровождаю. Так, надо ехать, наверное, впереди, потому что здесь если мины какие-то будут, что лучше мы с тобой получим повреждения от мин, чем он. Все, отлично, проехали. Переправка раненых. Так, ну сколько там монет? 75. О, 125 дали. Замечательно. Так. Дальше идет развитие сюжета, по идее должно быть. Это похоже на засаду. Хорошо, что никто не пострадал. Теперь я могу рассчитывать на тебя. Можешь. Так, что у тебя там? Наконец-то есть зацепки по твоей семье. Новая союзница дала нам много полезной информации. Выдвигаемся на вылазку, чтобы разведать территорию. И прикинь, защита дается, а у меня горючего нету. Но это легко исправляется, согласись. То есть, по сути, получается, что это бесконечное просто у нас горючее. Так, а что он тут? А, здесь горючее. Золото. Неужели мы стали получать золото? Деньги дали нам. И все. Защитить конвой 3 раза. Ребята, нам на баге не хватает буквально одной карточки, прикинь. Так, ну что, поможем? Да, я думаю, надо ехать. Поехали. Заодно с тобой возьмем карточку на защиту. А когда мы этого тахламона финишировать вовремя? Когда мы... У нас пушки-то постоянно сами меняются по себе. Ну, что-то мне как-то не особо нравится этот вид оружия, если честно. Совсем как-то не то. Угу. Так, ускоряемся. Что там орешь? Кричит там еще. X3. Ну, полпути почти проехали. А сколько у меня? 2 ракеты всего осталось, да? Гранатометчик. Фига. Так, время, время, время. Блин, у нас про горючки не стоит забывать, ребят. Эй, 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 мне нужен бенз. Причем срочно. Да это хил. Блин, не хватит, да? Нет, дотянули чуть-чуть. Тут еще меня подталкивает там сзади. Давай, 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 родной. Ну, чуть-чуть там. Да я вижу. Е, успели. Блин, на последних секундах, ребята. Маленькая вылазка. Это маленькая вылазка была.
С маленькими деньгами. Вот что я тебе скажу. Так, зацепку он, короче, узнал, что нам тут. Нам полагается награда. Забираем. Вожак дал мне данные. Отправляемся за провизией. На той территории не больше 7 черепов. Лучше возвращаться свободной дорогой. Это, по-моему, карточка для баги. Это же баги. Нет, это не баги, ребят. Это что-то другое. Это другая какая-то там карточка. Ну, в принципе, какая разница? Вот этот пулемет мне больше все-таки нравится, устраивает. Какие-то, я не знаю, полуиндейцы, полуктони такие там с черепами, ты посмотри. Причем черепа больше, чем головы у этих, у реальных гонщиков. Так, у нас опять с горючим проблема. Так, уничтожить 6 врагов. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, горючее, горючее. Есть, взяли. Как ты... Все, врагов уничтожили. Теперь главное нам с тобой финишировать. Так. Самолет, самолет, прикинь, по крылу самолета. Есть! 9 секунд осталось до конца. Но мы проехали. Мы проехали, забрали с тобой еще 100 монет сверху. Ну что, я забираю, наверное, награду свою. Так, еле отделались от них. Опа! Друзья мои, а мы с вами жнеца можем сконструировать. Через час будет готов. Ха. Но стоит ли жнеца конструировать, если у нас вот такая есть красота? Да? Как бы вопросик еще спорный. Ладно. Потом посмотрим. Параметры какие? У него скорость большущая. Ну-ка. Ну, у этого тоже будет скорость нормальная. Ну, вот это, конечно, да. Скорость еле-еле, но, я так понимаю, это вообще бронь просто. Самая настоящая бронь. Ну что, друзья мои, на этом я, пожалуй, закончу сегодняшнюю серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.